Накануне праздника весны Егор Борисов встретился с активистами женского движения, где вручил государственные награды. Напомним, в республике есть две высоких награды в области воспитания детей. Это мать-героиня и материнская слава трех степеней. Сегодня многодетным мамам, помимо слов благодарности и признательности, вручили государственные награды Республики Саха-Якутия имени Софьи Сидоровой и гражданская доблесть.